Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Тень Колосса. У нас уже три тени непонятных. Это, видимо, и есть эти тени Колосса, потому что в последней серии мы убили третьего Колосса по счету, но первого по вредности. Я бы даже сказал, это просто говнюк какой-то был, честно говоря. Но, тем не менее, заколупали. Он был гораздо сложнее предыдущих, но при этом все равно довольно легкий. Потому что враги... Они малоподвижные, и от них довольно легко убежать. Но, тем не менее, мы сделали, что хотели. И сейчас посмотрим, что нас ждет. Твой следующий враг — это... в земле зеленых полей. Так, среди могил. Что-то гигантское и бесстрашное. Или не страшно. Нормально. Давайте посмотрим. Так, как он выглядит вообще? Что-то какое-то на ящера похожее, что ли. Так, вообще нас ждет еще порядком этих колоссов, надо сказать. Так что, я думаю, мы тут еще надолго, учитывая, что каждый колосс дается с большим трудом. Давайте проведаем нашу подружку, за душу которой мы боремся. Красивая лошадка. Поехали. Лошадка. Лошадка, пусти меня к себе. Хорошо. Так. Куда мы скачем? А, нужно сначала выбраться, похоже. Потому что что-то как-то плохо видать все. Хорошо. Это что у нас там за луч света, кстати говоря? Это там первый убитый колосс? Или что это? Ну-ка. Да, похоже, каждый убитый колосс, от него исходит луч света в небо. Блин, ну красивая игра, конечно. Не технологически, вот, ну я уж говорил, а именно с художественной точки зрения, этот пустой мир, достаточно серый такой, но чувствуется именно объем. Такой очень малому количеству игр получается добиться разработчикам. Так, сюда ли нам? Или нам как-то наверх лезть тут? Мне кажется, на самом деле, нам вот в ущелье. Или что там, поворот какой-то. Ой, аж поперхнулся. Так, ну, давайте попробуем, почему бы нет. Поищем. Да, на этой тропке мы еще не были. Ой, как тут. Что это, туман какой-то, что ли? Или мгла. Хорошо. Так, ладно. Блин, темнота как, я не знаю. Нет света, и мы не можем понять, правильно ли мы скачем. Но я думаю, правильно. Сейчас, я думаю, уже какая-то изощренная тактика будет, потому что... Время простых колоссов ушло. Ух ты. Для чего все-таки успокаивающая в игре атмосфера? Несмотря на то, что мы боремся с огромными тварями, не всегда чувствуешь себя как это, я не знаю, в гармонии с окружающим миром, спокойно. Давай, лошадь. Несмотря на то, что я подбадриваю лошадь, она боится тут скакать. Поэтому скачет очень медленно. Лошадка, ну давай уже, прибавь хода. Мы не упадем, наверное. Так, хорошо. Ну и что, где здесь может быть колосс? Это могильник, что ли, какой-то? Приятно так выглядит место. Интересно, вот эта трава была на PlayStation 2. Потому что
Достаточно прожорливый спецэффект, но выглядит приятно. Похоже, вон там кто-то есть. Ну, понятно, кто. Да, это оно. А ты кто такой? Ты как креветка какая-то, что ли? Или конь? О, я даже... Ну, я вижу, у тебя спина мохнатая. Угу, хорошо. Ёлки, палки валим. Что-то мне твои ноги совсем не нравятся. Я, кстати, кажется, понял, что вот в этих штуках можно прятаться. Сейчас мы, блин, на стене будем застревать, конечно. Вот так вот спрячемся. И посветим на тебя. Ага. Отсюда мы не особо посветим, да, похоже? Что-то не нравится мне, что он тут остановился, как бы он не обрушил к чертям это мое. Лошадь, беги там, он тебя сейчас раз... Ой-ой-ой. Он явно недружелюбно настроен. Лошадь, я надеюсь, он тебя не убивает. Не видит меня. Хорошо, сейчас он меня заметит, но мы, по крайней мере, разберемся. Где-то здесь есть что-то. И... Так, одна точка, что ли? И как нам туда забраться? На голове что-то есть еще. Да. На голове главная точка, и на спине вот тут вот где-то еще одна. Начнем со спины. Только нужно понять, как на тебя забраться. Он идет ко мне. Возможно, сейчас он будет бить в эту точку, я могу с другой стороны подобраться и запрыгнуть ему на попу. Потому что там, судя по всему, по спине придется пробираться. Ой, я ничего не вижу. Засыпает просто землей. Ну-ка. На спине что-то есть. Ну как туда попасть? Затрудняюсь сказать. Может, луком тебя как-то? Угу, бьешь. Но нам это ничего не дает. Может, там с одного из этих пор... Вот. Так, погнали. Надо было на лошади скакать. Давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успел. Хорошо, но он вроде меня заметил, кстати говоря. Ну, тактика понятна, хорошо. Осталось ее провернуть. Это будет не так просто, потому что... Посмотрите просто на размер этой дуры. Так, видишь меня? Видел? Вот он я. А теперь меня уже нет. Валим, 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 валим. Ой, какой ты страшный. Ты, наверное, самый страшный колосс, потому что непонятно, какой ты, вроде как лошадь. Но какой-то жуткий. Костяной весь. Так, лошадь. Лошадь, иди сюда. Сейчас он начнет свою долбежку, это, а мы... Лошадь, ты не тупи, пожалуйста, ну... Так он меня видит, что ли? Плохо. Ну ладно, пусть тогда увидит. Хорошо, подошел. Так. Пусть ломает полностью этот курган. А мы пробежим куда-то вот сюда. Блин, я так сразу сориентировался в этих
могильниках. Я надеюсь, тут ничего полезного у них больше нет. А, насколько понимаю, в этой игре контента не так много. Только колоссы. И я. Ты меня опять заметил, что ли? Добавим. Давайте сюда. У меня ощущение, что он не бьет, потому что он с другой стороны стоит. Сейчас мы его маленько закружим. Да, блин, вот. Вот я смотрю туда. Персонаж смотрит сюда. Естественно, он будет целиться сюда. Это не очень удобно. Тихо. Ты бесишься-то. Может, ты присядешь еще? Нет, он не присядет, конечно же. Так, хорошо, а вылезем мы. Ой, не вижу. Откуда ты оттуда? Это бесполезно, конечно, но хоть привлечем внимание. Неудобно целиться, кстати говоря. Но, давай, мути. Хорошо. Лошадь бесится еще. Фу, почему у меня два раза получилось, а больше не получается его как-то вот так вот, я не знаю, на четвереньки поставить. Что, потерял? Потерял. И куда же он пойдет? Он же видел, что я там. Почему он не бьет туда? А, сейчас он просто потеряет, похоже. И начнет проверять. Подожди, куда ты идешь? Душный. Хорошо, ладно, допустим. Может, мне что-то, я не знаю, там светом посветить его, чтобы он беситься начал. Тихо. Ой, ты. Ты сюда долбишь. Он же уже уходил отсюда. Это плохо, потому что сейчас я не успею к нему бежать. Да он. Ну что, стоим? Я просто не понимаю его вообще, что он хочет. Вот он, я здесь. Возьми меня. Скушай. Здесь тень, поэтому я не могу светить, что ли. Видимо, все-таки надо на самом деле что-то делать с огнем. То есть со светом. Какое-то у меня такое подозрение появилось. Да вроде пофигу. Глаза тоже ему не светят. Так, ну ладно. Вот мы и здесь. Давай, ну дотина, как-нибудь. Покажи мне последовательность действий, при которых все будет ок. Так, отлично. Вот сейчас со спины, если он не будет шевелиться, мы сможем добраться до него. Времени у нас не очень много, поэтому в этот раз именно конкретно мы, скорее всего, не сможем. Но попробовать стоит. Да блин, ну что ж тебе делать-то, а? Ты уже заколебал меня, честное слово. Не понимаю.
Ладно бы там, я не знаю, как-то на лошади можно было запрыгнуть. Хорошо, хорошо. Давайте мы... Он опять сюда пришел, да? Ну вот он там. Отлично, кстати говоря. Вот теперь встань и ломись туда. Может, он сейчас искать нас начнет там. Так. Так. Отлично. Теперь поищи, посмотри, убил ли ты меня? Вот, хорошо. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Сколько мы уже ждали этого момента? Ай-ай-ай-ай-ай. Давай. Давай, братюня, мы смогли. Мы смогли. Отлично. Только у него на спине хрен удержишься, я так понял, да? Хотя вот тут вот можно. Я слышу сердце его, что ли? Так. А вон оно светится уже. Давайте мы сюда сейчас ему. Ой, как мотает. Ох, ты на дыбу встал. Ну, наконец-то мы хотя бы забрались на тебя. Да, блин, только ты мне не дашь ударить, я смотрю. Есть, помаленьку. По чуть-чуть лучше бить. Потому что силы я не успеваю. А что, все что ли? Отлично. Так, остальное, похоже, у него там. Так, держимся. Не больно-то я успел ему набить, честно говоря. Ой, тихо, тихо. Так, короче, к голове надо прибираться. Мне интересно, у него на копчике что-нибудь было? По-моему, не было, да? Короче, полезно. Мне кажется, мы сможем. Хотя он сейчас мотать начнет опять. Своей гривой. А тут мы пролезть, я так понимаю, сможем только, когда он успокоится. Тап! Так, давайте вернемся чуть-чуть. Фу, блин, это очередной геморрой, ребята. Это я уже вижу, что это так. Так, отдышись. Схватились. И погнали. Где там? Я, честно говоря, не помню, где он. Так уже давно бегал по нему, вокруг него, что... Да, блин, ну, ох, сколько я времени потерял. Мне просто, похоже, нужно вот этот вот костяной перешеек у него перепрыгнуть. Но если он так трястись постоянно будет, я не знаю, как это мы сделаем. Так, отлично. Вот, хорошо. Здесь и постоять, я смотрю, можно. На, нравится? Получи еще, ушничка тебе. Чуть-чуть. Хорошо вошло. Это тебе за все, скотина. Давай, давай, давай. Я тут особо не выдыхаюсь, кстати говоря. Блин, сгладил. Вот когда он двигается, я начинаю выдыхаться. Да, ребята. Сейчас нас, похоже, долго мотать будут. Давайте постоим маленько. Пока. И пока есть возможность. О! Нас сейчас зажмет просто, перетрет. Фу, хорошо. На, тварь. Получи. Чуть-чуть. Мелочи, приятно.
Так, отдышались. Успею, нет? По чуть-чуть хотя бы. Да, кстати, нормально ударил. Знаете, еще. Знаете, еще. Хорошо. Я думаю, тебя так и добьем сейчас. Ничего не успеешь сделать. Все. Фу, самое сложное было, как обычно, на тебя забраться. Я даже не понял, что это такое. То ли ты лошадь какая-то, то ли креветка. Что-то странное, короче. Ну, надо сказать, ты был не таким говнюком, как предыдущий. Так, надо бежать от этих черных хреней. Я думаю, у меня получится. Хоть раз. Нет, конечно. Не особо долго били. Больше всего сложностей было именно понять, что с тобой вообще делать. Как обычно, в принципе. Прикольно то, что у каждого босса своя тактика. Но, в принципе, на этом все. Увидимся в следующей серии завтра. Надеюсь, вам понравилось. Продолжим. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.